добренько. Всем добренько. Так, еще один подарочек в подгузнике. Давайте смотрим дальше. Угу. Это, по всей видимости, у нас некие игровое устройство. Это, по всей видимости, геймпад. Геймпад. Я так предполагаю, это система управления этой консолью. Я думаю, что наверняка оно, это устройство подключается проводом вот в этот разъем. Смотрите, я оказался прав. Действительно, я предполагаю, что это некий пульт управления этим устройством из прошлого. Неплохо, очень-очень неплохо, спасибо. Я примерно что-то переводил. Это что тут, сральник, что ли? Ужас какой, берешь и это, гадишь в коробку, и потом вонище стоит ужасно. Ой, какой вот. Это какой-то ад прямо. Там ничего нету. В общем, нужно что-то найти, что-то осмотреть и в итоге выбраться отсюда. Нашел выход в другую камеру. Тут какая-то миска. Божечки ты мой. Тут-то что в сральнике? Какие-то черви. Так, а здесь что? Здесь открыто? Здесь открыто. Так, тут бочку пока нечем разбить. Какие-то инструменты медицинские. Тут какие-то жуткие устройства для... Посмотрите на эту вещь. Это некая хрень для пытки человека. То есть, она, видно, растягивает человека. Какие-то шипы тут. Короче, раздирает человека живьем. Ужас какой. И кровища много. Здесь какие-то страшные пытки делали. Пыточная камера, шприцы, какие-то медикаменты, банки какие-то, склянки. Ой, ой, божечки мой. Тут еще и не один этот аппарат для пыток. Клетки. Страшно, страшно, страшно. Было бы еще страшнее, если был бы современный OLED-телевизор. А не ЖКшка. Ну ладно, фиг с ним. Так. Ой, бог ты мой. Вот это ёп. Да, нормально. Так, ворота такая. О, что-то хоть современное в этом царстве-государстве. А то выглядит все так, как будто средневековье. А тут бац тебе электрощиточек. Или не электрощиточек, а просто какая-то хрень. Ну, похоже на электрощит. Хотя, может быть, это или не электро. Так, ну здесь у нас... Вот это сейтинг, блин. Ну и мрази вы. Нихера у них тут все в золоте. Божечки. Да это 24-каратное сусальное золото. Бля. Блин, вы мрази все сдохнете. Ненавижу вас, черти. Упыри, на чьи деньги вы жируете, суки? Вас самих нахрен на... Блин, нихера у вас тут люстрочки, ё-моё. Короче, я предполагаю, если бы я играл сейчас в VR, я бы мог так башку высунуть и посмотреть туда вниз. А поскольку я не в VR играю, то вниз я посмотреть не могу. Но я так понимаю, что в VR эта игра будет фантастически выглядеть. Поскольку здесь вот, вот здесь прям видно, играешь, видно, как вот как семерка. То есть все под VR сделано. Как семерка, один в один. Механика вся, как у семерки, все как у седьмого резидента, только графика лучше. И какой-то огромный-огромный особняк. Только теперь уже особняк каких-то тварей и упырей, которые жируют и живут в золоте. И это капец. Хватит играть. Играть будем мы в полную версию этой игры. А сейчас мы так, чисто смотрим. Если я ее сейчас быстро пробегу, то она у нас закончится. Тут еще и рыцари стоят. Рыцарские доспехи. Там написанные в золотых рамах огромных. Бюсты каких-то людей, наверное, упырей, живущих в этом доме.
Тут просто какие-то колоссальные балконы. Охреневшая гигантская люстра со свечами. Или там она на лампах, я не знаю. Ладно, вы их убиваете, но вы хотя бы сделайте смерть-то более-менее гуманно. Вы что творите, твари, блин? И вы еще и живете, жируете, скоты вас. Да вас самих нужно под эти ваши станочки, блин. Так, что тут за звуки вообще, как будто я кого-то давлю, блин. По какому-то говну хожу, что ли? Это что такое? Виноград заплесневелый. Так, на записка. 1958 год. Июнь 9 числа. It was my first day working in the castle today. I was most sticked the master of the house were a woman. Короче говоря, что тут написано? Мой первый день работы в этом замке. Ну, тут типа все женщины были, что ли, написано, которых я увидел. Мистер и and her. The masters of and her. Да. Мастерс и ее дочери. Про дочерей каких-то пишут. После 2 недель работы. Я стал младшим. Чем-то Фрейд, не знаю, что за слово. Another mate, Adela, mate of Miss Kate and Mrs. Daniela. Further can. Тут пишут. Я не знаю, что делать. Янг. Короче, он открыл окно зачем-то и начал туда кричать: «Черт, черт, что происходит?» I fear I may be taken down into the Killer. Короче, я не сильно шарю в английском, поэтому полностью перевести не могу, поэтому не буду. Тут нам надо переводчиков для этой игры, хорошо знающих английский. Много текста на заморских буквах. Данс Микаэль. Ну, это патефон. Патефоны мы все знаем. Опять какие-то бочки с кровью. Мы, по-моему, здесь уже бывали. Так я уже здесь был, ё-моё. Какого хрена я опять приперся обратно? Там вот есть какая-то дверь. Может, как раз-таки эта дверь открывается с помощью этих зубов. Так, давай посмотрим. Вообще не видно ничего. Просто ничего. Вот как только темнота, и сразу какие-то проблемы. Так, хорошо. Вот давай вставим вот это. Нет, это не вставляется. А у нас, кроме бокорезов и вот этой херни нифига нет. О, тетенька. Нихера себе. Тетя Мотя, здравствуйте. Что вы трете между ног, когда идете?
Блин, нахрена я эту шутку сказал? Извините, извините, все, больше такого не повторится. Все, больше такого не будет. Больше не извиняюсь. Вылетело случайно. Блин, там какая-то тетка, она сейчас убьет меня нахрен. Боже ты мой, отбежись от меня, ведьма сраная. Иди нахрен, ведьма. Ужас какой, вот это мразь. Я подобных мразей в жизни не видел. Да ты отвали нахер от меня, сука сумасшедшая. Уйди, нечисть поганая. Волочь с желтыми зубами, тварь. Упыри. Ненавижу тебя, мразина. Совершенно верно, Ферстирион. Это Next Gen. Топ-левел графика. Топ-левел графика. Ой, слушай, отвали нахрен, Lost Blast, блядь, тварь поганая. Иди в жопу, чертила от меня, блин. Я ключ нашел, сейчас ты меня еще убьешь. Где, блядь, солёна? Солёна вот такая. Отвали нахер от меня, скотина мерзотная. Я больше ненавижу тебя, тварь, блядь. Страшная кобыла, блядь. Уродина поганая. Съебись нахуй, блядь, отсюда. Извиняюсь, извиняюсь, опять вылетело матерное слово. Просто тут... Божечки ты мой! Это еще кто? Это что за тетя Мотя? Тетенька Фредди Крюгер и... Охренеть! Я просто в шоке от этой игры. Я в шоке от этой игры. Эта игра настолько мощная, что просто не передать словами. От Resident Evil, конечно, тут вообще, по-моему, разве что только бэктрекинг и поиск ключей и камушков всяких. Сеттинг, сам сеттинг вообще другой. То есть вообще ничего общего с сеттингом как бы классических резидентов здесь нет вообще.